Я обожаю. Мы делаем ванну в серо, вот таком вот серо-белом цвете. Вот такой какао чуть-чуть, да? Да, и зеркало с черной окантовкой вообще просто моя мечта. Вы обратите внимание на фреску, которую мы вам сделали в изголовье. Она очень необычно оформлена в виде такой ширмы в японском стиле. Настольные лампы и потолочный свет у нас такой с японскими такими нотками имитирует бумагу рисовую. И мы сделали рабочие две зоны. Место вашей красоты и силы, место вашего молодого человека, все это соединили вот таким цветовым решением на потолке, такой приглушенно-шоколадный оттенок. Идея была в том, что проект именно показывает игру. Приглушенные оттенки, много разных собрано, и они все передают игру света-тени. То есть комната и атмосфера, она такая вот именно расслабляющая, умиротворяющая, да. Такая вот отсылка к природе.